Сейчас я вам это докажу. Смотрите, вот, фильтрую всех, что я много прошу. ПУ 2000 плюс. Средства на счете 5000 плюс. Подписчики 3000. Ну хорошо. Давайте подписчиков сделаем 1500. Общий доход такой. Доходность, да хоть какая, все равно. Винрейт, вот винрейт самое главное. Потому что при убыточных сделках у вас он вознаграждение будет. Ну, короче, вознаграждение трейдера все сожрет, весь всю вашу прибыль, если у вас будет много убыточных сделок. Что вот, смотрите, я много прошу, нет, смотрите. Раз, два, три. Теперь открываем вот этого нижнего позиции. Видите, почему у него винрейт большой? Он просто не закрывает убыточные. Недостаток BingX еще и в том, что он не показывает дату, время, с которого позиции открыты. Может, тут месяц уже висят эти позиции, хуй знает. Теперь среднего китаё заберем позиции. Такая же хуйня. Сеточник ебучий. Видите, он открывал сколько. Это открытые позиции, вы понимаете? Это какой должен быть счет, чтобы вот это все держать. Все вот это говно. Теперь вот это Дженни, хуени. Ну не, смотрите, у нее процент не в пизду. Это раз. Ну, открытые позиции, да, она, конечно, молодцом. И винрейт молодцом, но... Ну, за 30 дней 1%. Это пиздец. Это как вклад в банке, без всякого риска и наебалово страхование вкладов. Так что на BingX нет успешных копитрейдеров. Зарубите себе это на носу. Я себе это тоже зарублю. Все. BingX для меня закрыт. Всем пока.